Здорово, воин. Пока в бане, что-то меня поперло на творчество. Второй ролик за сегодня рассматриваю. Или даже третий, не суть. Ну, тут Лаута, мам, ни о чем. Вот рыбка, вот она поет. Мы сейчас перейдем к другому ролику, но кратенько нужно этот, потому что он вот совсем недавний. Недавнишний, свеженький, скажем так.